следующем году в Шымкенте планируется создать 1108 новых рабочих мест и запустить 21 производственный проект. На эти цели привлечено 37 миллиардов 6 миллионов тенге инвестиций. На сегодня запущено 17 предприятий на сумму 17 миллиардов 4 миллиона тенге. Здесь сейчас создано 725 рабочих мест. Остальные 4 проекта будут реализованы в ближайшее время. В Шымкенте было запущено 5 производственных объектов. Одно из них – завод по производству принтовых ковров и ковровых дорожек «Балдекор» рядом с ковровой фабрикой «Балтекстиль». Отличие этих ковриков в том, что они сотканы в современном стиле. То есть не скользит по полу, его можно стирать в стиральной машине. Коврики «Принт» изготавливаются с особым дизайном – путем нанесения на ковер любого изображения. Завод оснащен техникой из Турции, сырье также импортируется из этой страны. В целом можно сказать, что в Шымкенте на сегодняшний день имеется большой потенциал для развития промышленной отрасли. Доказательство тому – две индустриальные зоны города. В настоящее время ведется интенсивная работа по созданию новой третьей индустриальной зоны. Кроме того, граждане, желающие открыть новое предприятие, получают поддержку в рамках государственных программ. Для тех же граждан открыт фронт-офис, работающий по принципу одного окна. Турецкие инвесторы Огуздуру считают, что начинать бизнес в Шымкенте удобно, так как предусмотрены льготы при оформлении документов. В ближайшее время планируется начать второй и третий этап производства. То есть из остатков нынешнего ковра планируют производить подушки и одеяла. В Казахстане для ведения бизнеса и производства новых продукций созданы все условия. Упрощено оформление таможенных платежей и документов. Акимат города помог выделить 1,5 гектара земли в экономической зоне. Строительство начнется весной. После завершения строительства нашего завода мы начнем второй и третий этап производства. То есть из ковровых отходов мы планируем производить подушки и одеяло. Стоимость проекта составляет 120 миллионов тенге. Производственная мощность – 400 тысяч квадратных метров ковров в год. В компании работают 20 человек. Вся продукция предназначена для поставок на внутренний рынок. По словам руководителя предприятия Огуздуру, в будущем планируется увеличить производство и экспорт в Узбекистан, Россию и Таджикистан. В будущем, когда будет завершено строительство частного завода, все сырье для ковриков будет производиться в городе. Ковровые дорожки нового предприятия выйдут на рынок с Нового года.